пацаны, по традиции, лайкаю первый, 100 комментариев. Так, что здесь у нас? Мячики за 70 тысяч монет без возможности купить за FIFA поинты. Хотя вы знаете, за 20-ку один мячик можно прикупить, он у меня вызывает чувство ностальгии по... чемпионату мира 2006 года. К слову, именно тогда я и познакомился с футбольщиком, поэтому 20к можно и отвалить. Walkout мяча, друзья. Охренеть. А он выйдет, как бы, мячик не убежит? Нет, ладно. Так, в общем-то, друзья, всех приветствую, с вами я, Пандос FXович, и сегодня я буду дегустировать новую карточку свежевышедшего Гонзало Игуаина. Я помню, в каком-то то ли 19-й, то ли в 20-й, то ли в 21-й фифке я тестировал его карточку. Ролик назывался «Самый толстый футболист», и тогда он клал файносы просто с любых дистанций, с любых углов. И в этой фифке хотелось бы затестировать его карточку. Лонгшоты 89, сила удара 96, подкруточка такая себе, имеет таланты извне, мощные штрафные, в общем, будем тестировать. Составчик, в котором будет играть Игуаин, выглядит вот таким вот образом. На воротах наш топовый форвард Кампас, который также клал кучу лонгшотов, будем тестировать его на воротах теперь. Лазари на ПЗ, Ван Дайк на ЦЗ прикупила себе Дамфриса, Гассенс, который апнулся, не зря его выбивал. Слева у нас Инсинья малыш, легенда прошлой фифки, Квиксель Эррера для сыгранности, Бинасер, которого тоже неплохо так я подсобрал за копеечки, перемеет какие-то ебанутые статы. Справа у нас Иконе, которого я купил за Quicksell. Ну и, собственно, Диего Милита, который очень радует меня в этой фифе. Уже 35 голов отгрузил. От Санчеша и Бекхэма я решил избавиться, потому что рынок шел ко дну, и я решил, что пора сливать этих пацанов. Ну и в конце, друзья, я открою пак за соточку. Никому не рекомендую повторять. Это будет смертельный номер, поэтому в конце ролика посмотрим, что есть, может у нас упасть. А я, друзья, тем временем вам напомню о моих хороших спонсорах из компании Пари, у которых вы можете сделать ставочку на абсолютно любой вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. У них сайт работает на высокотехнологичной платформе, у них также есть суперудобное мобильное приложение. А если вы еще пройдете регистрацию до конца, то получите шикарный бонус, фрибет в размере 1000 рублей. Всем удачи! А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Так, собственно, наш первый соперник на сегодня. Составчик такой, слабенький я бы назвал. А чё сразу, можно лонгшотик приложить? О, боже мой. Но моделька у нее такая, чуть-чуть неповоротливая. Хотя чуть-чуть это мягко сказано. Так, читерские навесы сейчас попробуем. Вот так вот делаем. Подаем и забиваем. О, как ты это вытащил, Минди? Попытка номер два. На, нахуй, бля, а это ты уже не вытащил. Читерские навесы, друзья, пользуйтесь. Гассенс забил, ебать. Покрутились, повертелись. Корпус поставили. Так. И Файнос. Ууу, бля, вот примерно с такой же дистанции Игуаин клал в той части FIFA. Приятные флешбеки, друзья, я ловлю от Гонзало Игуаина. Это последняя часть, когда он будет играть в этой фифке. Потом, может, конечно, получит какую-нибудь карточку героя или супергероя. Блять, а можно как-нибудь встречать? Ну, конечно, идеальнейший отскок на ногу. Прям идеальнейший отскок на ногу, блять. Заброс. И перекидывай Игуаин. Хорошо, 3-1. Ой-ой. Вот мы и приехали. Кампас, хорошо. Крутим, вертим. И Файнос. Блять, близко. Не, ну тут офсайд. Офсайда нет. Ебать, мне просто повезло сейчас. Я уверен был, что это офсайд. Блять, да какого хрена? Кампас. Слушайте, Кампас неплохо на воротах, сейвики делает. И удар низом. На нахуй, блядь. 4-1. Все, летай, блядь. Так, Игуаин, хорошо. И низом. Вот так вот, изи вообще залетают голы, чуваки. Читал много приятных отзывов про этот удар. То, что он действительно работает. Ну, и сами видите, как просто и легко забивать этим ударом. Ну что, друзья, первый матч. Сразу 4 гола от Игуаинчика. Все голы плюс-минус такие стандартненькие. А вот этот вот Файнос меня прям приятно удивил. Хорошо залетело прям. Кстати, вы заценили мою формочку оранжевую? Кто знает, что за клуб? Напишите в комментариях. Подсказка FIFA 15. Так, Арауха, Кимпембе, Бензема и Тауре. Бля, вот этот Тауре, который в атаке, какой-то ебанутый тип. Он там 3 метра ростом. Каждый раз, когда я против него встречаюсь, у меня какие-то большие проблемы с ним. Блять. Вот этот Туре сейчас мог меня огорчить, но Кампас снова делает сейф. Пацаны, Кампас-то гений на воротах. Так вот делаем, вот так вот проходим. Пенальти! Пенальти, Араужа, блядь, не выебуйся нахуй. Это гол, чекайте. На, в девятину. Так.
так, а потом вот так, и вот так. И на добивании. Не только же соперникам должно так отскакивать. Инсиня оказался там, где нужно. Так, можно встретить как-нибудь? Ух, Кампас, блять, Кампас реально гений. Ах ты, закрутить хотел, бля, видел, что Кампасом вышел, а вот хуй тебе. Бля, побежал, блядь, Туре ебаный, как его... Ой, бля, это голоско. Ух, Кампас, блядь, от своих тащит, блядь, чё за гений, я в ахуй. Бля, пацаны, а чё происходит? Ой, блядь, какой шедевральный гол мне залетел, я в ахуе просто. Блядь! Блядь! Блядь, чё, ебать? Ёбаный гой, чё залетело, я в ахуе просто, блядь, боже мой, пацаны, охуенная игра, чекайте. Если игра хочет, чтобы вы забили, блядь, всё нахуй произойдёт для этого, все звёзды сойдутся, все сценарии, блядь. Чекаешь? Блядь, Гассенс, опять чуть не забил, блядь, с углового. Угу. И удар низом. Штанга. Ладно, похуй. Бля, все отскоки на моей стороне. Я не знаю, блядь. Сори, соперник, блядь. Отскочило все, что можно и нельзя. Так, что у нас там дальше? Красный Донарума, Бануч, Сисока, Бенасер, Месси и Игуаин. Вот и мы и встретились. Игуаин против Игуаина. Ебать, офсайд, офсайд. Ты че, бля, в натуре? Даже здесь Кампас отбил, блядь, несмотря на офсайд. Охуенно, блядь, у меня все расступились. Кампас, блядь, легенда, нахуй. Как же он ебошит. Так, одно касание. Опа. 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 На нахуй! Блять! Ебать, пас прошел. Ебать, пас прошел. Кампо! Бля, это просто шок нахуй. Че он творит, блять, этот чувак 1.70 м? Дальше. Дальше. В одно. И нижним. На нахуй. Какой же ебовый этот нижний удар, чуваки. Как они хорошо летят. Игуаин, спасибо, спаситель. Такая потная хуйня на сопернике. Блять, Кампас! От Месси даже тач. Бля, я вам базарю. В этом выпуске меня не столько Игуаин удивляет, как Кампас. Так. Вот так вот. И удар низом. И удар низом. Ну и вы только посмотрите на это самодовольное ебало. Он просто еще не знает, что произойдет во втором тайме. Собрал Месси. А у меня есть Кампас. Сука! Ебать. Ну все, блядь. Как он такие пасы разрезает просто? Я в ахуе, блядь. Пиздец. Так, что есть за скот? Эрнандес, Неймар, Алаба, Кордоба. Ну, такой. Нормальный складик. Вот такой заброс. Вот такой прием. А можно отъебаться от меня? Спасибо большое. Блять, пиздец, он меня просто вынудил съебаться со штрафной. Этот ебучий Кордоба, блять. Блять, я не знаю, соперники режут меня этими пасами просто на раз-два. Это просто какая-то ебаная хуйня, блять, заебавшая меня уже. Бля, заебись, у меня травмировали Милита еще. Да что происходит? Сука, у меня сейчас опять припекает, блять. Может быть, вот так? И нижний. Пенальти, блядь, да. Я видел, блядь, съебался Кимпембе, нахуй. В левый угол, чекайте. На нахуй, блядь, вообще без шансов. Пенки бьет на раз-два. Так, нужно подкрепление. И удар ниже. На нахуй, блядь. Просто по нотам. Пам-пам-пам. Вот смотрите, что за пас. Что за отбор. Блять! Что происходит в этой игре, блядской? Опа. Хорошая атака может выйти. Заброс. Блять! Он что, прессинг включил? Чё они так высоко встречают меня? Блять. Ну, блять, два раза отобрал, ну. Все, это пиздец. У меня уже начинает, блять, нахуй припекать понемножечку. Читерский прострел. Просто один защитник стоит, и именно в него он попал, блядь, я в ахуе. Не пустить бы вот на последней минуте, чуваки. Это я люблю вот подобную хуйню. Все, друзья, ГГ, блядь, с трудом и потом все-таки вырвали мы эту победу в этом матче. Ну, Игуаин, 5 матчей, 9 голов. Как мне кажется, вполне себе прикольная карточка. Не так много лонгшотов, к сожалению, за него побил, но забил один очень красивый. Такой, знаете,
отдающие флешбеками из той самой фифки. Конечно, с дриблингом у него проблемы. Ну, понятное дело, что это чел таранного типа. Как раз таки те игроки, которые пользуются спросом в этой части фифы из-за своего стиля бега. Так что карточки Игуаина я ставлю вполне себе 8 из 10. Пока что по отыгранным 5 матчам завершитель он классный. Ну и, собственно, давайте финалочка. Пак за 100 тысяч, который никому не рекомендую открывать. Надеюсь, опять же, у меня будет такое лицо, как у Димы Фаворита сейчас, после того, как я увижу, кто мне там упал. 4 дубликата. О! Холланд! Я, блядь, расстроился, нахуй. Я думал, уже все, блядь, трагедия. И тут на нахуй Холланд, за которого я очень давно хотел поиграть, но как-то руки не доходили. И вот теперь, наверное, дойдут. Карточка антрейд, как я понимаю, да? Конечно, Франковский меня нормально так задизморалил, на очко подсадил, но Холланд все исправил. Плюс Шик, Мертенс, какой-никакой рейтинг куда-нибудь закинуть можно. Ладно, друзья, вот такой вот видеоролик получился. Если вам понравился, то оцените его своим лукасом, классным комментарием. А с вами был я, Пандос FX, всем хорошего настроения. Чао, какао.